Всем привет-привет! Ну что, я только вернулась домой с работы, уже поздно. И меня ждал сюрприз. Сейчас покажу. Посылочка с сайта Temu. Ну что, откроем, посмотрим. Там что-то должно быть интересное. Я так думаю. Ну что, давайте открывать, смотреть, что мне тут привезли. Время мешает. Первое, что мне попалось, джинсовая юбка. Она стоила 10 фунтов. Давайте глянем, что тут. Ну, ничего. Прикольно. Да? Класс, мне нравится. Такой джинс отличный. Тут разрезик внизу. А вот тут вот так она. Где? Вот так, да. Вот такая юбочка. Класс. О, на лето будет вообще здоровски. Следующее. Сумка. Сумка. Сумка стоила 6 фунтов. Сейчас берем. Я думала, она будет больше. Такое что-то, конечно. Интересная, необычная. Хотя вот такое чудо. Ну такое как мешковина. Вот. Тут я думала будет пошире. Ну, в принципе. Магазин за покупками, разве что. Наклейка, да? Ну ничего, прикольно. Куда ты ее применю? Ну конечно, я ожидала немножко другого, но ничего, в принципе ничего, прикольно, пойдет. У меня есть кроссовки тоже с такой полоской. Вот. Будет классно. Так. Ну что, поехали дальше. Что-то тут еще интересное. Ищи. Ага. А ну-ка. Это лосины. Они были... Сколько они были? По-моему, 5 фунтов. 5 фунтов. Так. Ну. Качество такое. Тоненькие. Угу. Вот. Тут знаете, что у них? Мне что понравилось, вот такой поясок. Да? То есть высокий,
И вы себе можете затушить, насколько вам нужно. Вот такое чудо лосиночки. Я померяю, посмотрю. О, еще кармашки есть. По бокам. Да. Я себе заказывала для работы. Много двигаешься. Карман, телефон закинуть, какую-то мелочь. Но они всегда сползают с этим, с коротким поясом. У меня небольшой животик, и оно всегда скатывается, вечно их подтягиваешь. Вот. А это, я надеюсь, сядет так тугенько. И будет классно. Но размер мой отличный, я ничего не прогадала. Я себе заказывала Эльку. Она как раз размер в размер. Прикольно. А юбка, кстати, тоже Эльку заказывала. Юбка тоже, я так смотрю, должна подойти по размеру. В принципе, ничего. Там есть описание, и оно, кстати, все отлично подходит. Так, что еще? Такие пакетики. Это для Боньки. На прогулку ходить. Собирать его дела, чтобы жизнь веселее оказалась разноцветная. 10 штук, они стоили около 2 фунтов. Здорово. И там, по-моему, по 60 штук в рулоне, если я не ошибаюсь. Или 60, или 30 штук в рулоне. Не, наверное, все-таки 30. А может и 60. Я проверю. Потом, такие чудо штучки. Это куда складывать вот эти вот мешочки. То есть, что мы делаем? Мы берем мешочек. Сейчас покажу. Открываем эту чудо-косточку. Открываем этот волшебный мешочек. Я уже порвала его. Нет, нормально. Так. Просовываем. И закручиваем волшебную косточку. А вот. И идешь на прогулку. Она такая в форме косточки. Да? Классно. Так. И, конечно же, поводочек. А поводочек стоил вообще, по-моему, 4 фунта. Или 3 с чем-то. Вообще цена обалденная. У нас такие в магазинах, ну, наверное, фунтов 15. Поводок 5 метров. Так. Угу. Вот это, конечно. Это легенький. Раз. Фиксируется. Да. Раз. Нажал. Такой большенький, конечно. Раз. Зафиксировался. И вот эту штучку. Сейчас я сразу покажу, как ее одевать. Вот эту штучку просто одеваем сюда на поводок, чтобы никогда не забыть с собой. Они у тебя будут всегда под рукой. Телепаться. Классно. Все, и пошли на прогулочку. Здорово. Мне очень нравится. Так. Следующее. Вот. А, вспомнила.
я забыла. Это тоже для Боники. Это тоже для банана. Чудо-бутылка. Когда на прогулку с ним выходишь, особенно на долгую, в летний жаркий день или в поездку, будет удобно ее взять с собой. То есть она делается вот так. И водичка наливается. Вот так. И вот так. И закрывается. И пошел гулять. Вот так. Но только я не вижу, чтобы она блокировалась. Наверное, блокируется. Наверное, нажимаешь и течет вода. Да. Даешь ему попить. Закрыл. И пошел. Прикольно. Можно и себе, и ему. Да. Да, нормально. Ничего. Так. Последнее. Что у нас тут? Все, пускай. Это сетка на дверь. Сетка на дверь специальная, так как летом у нас тоже иногда бывает жарко. Вот. А из-за того, что кошка, окна не всегда откроешь сильно. Боишься, чтобы она не выскочила, не выпрыгнула. Поэтому хотелось бы открыть дверь с этой сеткой. Она защитная, от не даст животным выбежать. Ну, типа противомоскитной. Типа вот такой вот, знаете, как были на магнитах, но это на молнии. Потому что я подумала, что магниты они тоже смогут открыть. Что? О, я думала, это сетка. А это клеенка. Прикинь. Вот это я. Вот это я лучше. Ну и зачем она мне? Вот это я прокололась. Ну и питала я эту клеенку. Зачем? Я думала, это сетка. Странно. Ну, в общем, точно такая же должна была быть. Но сетка. Офигеть. И что теперь делать? Ничего нет. Ну блин, это не кишечка. Хоть сиди, пропалывай дырочки. Я в шоке. Так обидно. Честно сказать, заказывала, делала весь заказ, всю посылку только ради этого. По бокам не должно было идти на липучках. В общем, посмотрю, залезу. Там было нарисовано 6 сетки, написано 6 сетки. Но я не могла найти подходящий размер, потому что это я увидела у других продавцов. И бегом-бегом, пока видела этот размер, заказала. И, наверное, я что-то перепутала. Сейчас залезу в свой профиль, проверю. Что-то я уверена, что там была сетка. Вообще. Вокруг обман. Один обман. Ничего интересного. Ничего не происходит честного в этой жизни. Давай, Тему. Что ты мне тут? Так, ваши заказы.
Давайте смотреть. Нет, это не сетка. Даже здесь написано. Термоизоляция на молнии. Ты представляешь? 12,78. Я в шоке. Да, это была не сетка. Капец. Бутылку цены не сказала. Бутылка 5 фунтов. Угу. Я расстроилась за эту сетку, за эту теплоизоляцию. Ну да, вот оно видно, что все прекрасно. Что это не сетка? Вот такая штука. Ну ладно, придется заказывать еще раз. Или еще где-то надо посмотреть. Может, я смогу найти. Ладно, что? И такое бывает. Иногда бывает разочарование. Ничего, хотя, в принципе, всем остальным я довольна. Мне нравятся лосинки. Прикольные. Осталось проверить. Надеюсь, они будут моего размера. Вот такие. Такая штука. Так, мне нравится юбка. Юбка вообще уматная. Мне очень понравилась. Такая. Классно, да? Она такая тут асимметрия идет. Молния не здесь посередине, а вот здесь. Кармашками. Да, глубокие довольно. Ну, рука помещается. И сзади еще есть кармашки. Такие. Вот. Сумка ничего. Пойдет. Такое вот чудо. В принципе, если в нее махать всего трошки, она будет смотреться лучше, я думаю. Вот так. Раз, 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 раз. За 6 фунтов здорово. Всем спасибо. Всем пока. Пошла я спать и отдыхать. Завтра новый рабочий день. Колледж, работа. Увидимся. Всего хорошего. Пока-пока.